На самом деле, любая деятельность, в которой задействованы более 4 человек, в этой стране обязательно имеет журнал, посвященный этому. Прыжки с парашютом, скалолазание, катание по снегу, держание пакета, банджи-джампинг. Уверен, что есть? Я знаю, что есть такой журнал. Ходьба! Ходьба! Действительно существует журнал, называемый «Ходьба». Ты только глянь, Дэн. Новая ходьба вышла. Ты хорошая статья. Ставить одну ногу перед другой. Итак, мы с господином Савельем отправляемся на невероятное путешествие. Заключается оно в том, что мы пойдем вокруг города Кемерово и постараемся это сделать за один день. Сейчас, наверное, где-то 10:30, и мы выдвигаемся. Господин Савельев, что вы можете сказать по данному поводу? Это поможет нам Бог. Да. Время 11:10. Мы набрали водички. Все зашибись. У Арсения вся рожа мокрая. А потому что кто-то не понял, что струя-то резкая. Так, время почти без 10 час. И мы уже на проспекте Шахтеров. А вернее, в его конце. Вы можете спросить, а почему, кроме парочки фотографий, ничего нет, пока мы шнырялись по частному сектору? Так я вам отвечу. Лучше, блядь, не рисковать. Итак, на часах 2 ровно. Мы проходим по Терешковой, и звоняло говно. Савелий, что вы скажете по этому поводу? Жареным запахло. Мораль через 3, 2, 1. В эти годы человек становится тем, кем он и будет до конца всей своей жизни. Такие моменты стоит ценить жизнь, стоит ценить каникулы, стоит ценить лето. Думай о том, что из тебя получится. Ведь ты, жалкий прыщавый задрот, который сидит и играет в этот момент за компьютером, никогда не насладишься вот красотой этой реки, этим солнцем, облаками, этим прекрасным видом. Не читай мне нотации, пожалуйста. Ты боишься, что из меня выйдет какой-нибудь преступник? Перестань за меня беспокоиться. Друзья, цените такие моменты. Выбирайтесь почаще, ходите больше. Помни, чем больше силы, тем больше и ответственность. А мы продолжаем. Вот мы, значит, под Терешковским мостом. И сейчас будет немного вьетнамских флешбеков. Мы с господином Арсением решили приготовить доширак в походных условиях. Итак, что нам, собственно, понадобилось для того, чтобы все это организовать? Это сухое горючее, лоток для барбекю. Как вы можете видеть, этот лоток для барбекю мы используем для того, чтобы хранить там сухое топливо и камушки. У нас есть ковш из дома, а также в качестве зажигалки мы использовали какую-то элитную зажигалку для печей. Люблю запах доширака по утрам. Итак, на часах без 23. Вот у нас почти на нуле запасы воды. Ну как, где-то полбутылки, может, есть? Вообще-то бутылки рядом. Ну, значит, будем считать, что одна бутылка. Но... Главное, что драматичнее звучало. Да. К нам пришло спасение. Мираж!
вышедший из ниоткуда. Нет, не лента. Пятерочка. Итак, нами пройдено уже половина пути. Мы приближаемся к ФПК. Итак, большая часть пути уже пройдена. Как вы можете наблюдать, мы на южном. Мы не устали, ну почти не устали. Хотя Арсений сказал, что он заколебался снимать. Я имею дело с кучкой дешевых приматон, с клоунами. Так Питман даже разрыдаться не может. А ты не знаешь, как заставить артиста работать? Спускаешь им штаны и розгами. Да под задницы прыщавый. Жалкий прыщавый задрот. Что? В общем-то, скоро мы окажемся на Кузнецком. А оттуда прямиком к пункту отправления. Он же пункт прибытия. Он же Кировский район. Наш альянс из Кемерово, Кировский район. Мы родились в нем мы и живем. 40 лет октября Леонова, Попова, Инициативная и Александрова. Нету наших улиц краше. Итак, мы в Центральном районе. Время 18:52. Мы малость устали, немножко эмоционально, немножко физически. Да, вот как-то так. Но впечатлений уже было получено достаточно. А мы на финишной прямой и направляемся прямо к Кировскому. Вон там это Кузнецкий проспект, дальше мост, а потом прямая дорога в Кировский. Вот кто-то говорит, все дороги ведут в Рим. Нет, господа, все дороги ведут в Киров. Итак, мы на пути к Кировскому. Рельсы, которые ведут в светлое кировское будущее. Арсений занят очень важными делами. Да-да-да, привет. Позади пройденные километры. Настроение отличное. Но усталость чувствуется. Это свет в конце туннеля не только для моей камеры, но и для всего нашего пути. На часах 20:58. Мы очень устали, будем честными, и физически, и эмоционально. Но мы довольны собой, и радости у нас полные штаны у каждого. Ведь мы сделали то, что задумали. Получили много полезного, ведь ходьба полезна и для сердца, и для всего тела. Вот. А кроме того, ты можешь увидеть свой город с каких-то необычных ракурсов, побывать в тех местах, в которых ты не бывал. Мы довольны. Рекомендуем наши мероприятия всем. Возьмите и просто как-нибудь прогуляйтесь по своему городу. А если сможете, обойдите его полностью. Побывайте в каждом закоулке. Пусть на это у вас уйдет не день, не два, не три, а больше. А потом, короче, начните спорить со всеми остальными чуваками, да? И потом это все будет развиваться в огромную акцию. И наконец-то мы сможем приучить людей к спорту. Потому что только тщеславие двигает людей. Да. А вот, собственно, и ДК имени 50 лет октября.